14 февраля – день всех влюбленных. В этот день принято получать валентинки, цветы, конфеты и различные другие подарки. Но вот кто такой Валентин и чем он прославился, и почему в честь него празднуется такой день, узнаем у жителей нашего города. Пойдемте! Это праздник, праздник для вас или нет? Ну, подружек, друзей поздравляю, мужа. Скажи, пожалуйста, кто такой святой Валентин, в честь которого праздник целый? Я думаю, это был святой. Почему ты так думаешь? Ну, потому что, насколько я знаю, в древности нельзя было венчаться многим. Но многие этого желали, поскольку была любовь. И он помогал людям. Кстати говоря, не все любят этот праздник. И, в общем-то, наверное, делают правильно, потому что в России есть свой праздник. День семьи, любви и верности. 8 июля празднуется. Вот так вот. А кто такой святой Валентин? Святой Валентин? Да. В честь которого праздник сегодня празднуется? Не знаю, я не православный человек. Классно, он вообще был католиком. Тот святой, который умер за свою любовь. Чем он запомнился в истории, тот святой? Ну, я думаю, что это какой-то по типу, как сказать, Купидона, что ли. Купидон. Слово-то какое, Купидон. Кто такой святой Валентин, в честь которого 14 февраля празднуется? Я слышал много теорий, что и в Германии какой-то был там какой-то святой Валентин, и в Швеции где-то. А чем он прославился? Чем прославился? Ну, почему он остался в истории, почему сейчас с него целый праздник? Сдавал детям подарки, наверное. Скажите нам, пожалуйста, кто такой святой Валентин? Даже не знаю. Кто такой святой Валентин? Почему он остался в истории? Почему его имя до сих пор гремит? Это святой католической, христианской. За какие деяния он остался в истории? Понятия не имею, я православная. Как мы сегодня выяснили, День Святого Валентина – праздник достаточно популярный. Не все его празднуют, но и историческую составляющую не все знают. Друзья, главное, чтобы в этот праздник вы были со своей половинкой и поздравляли ее от всего сердца и от чистой души. Для вас про День Святого Валентина узнавали Кирилл Осенин и Владимир Лисик.